Вы понимаете, никогда нельзя сказать, кем ты станешь в будущем. И когда мы начинали этот проект, у нас не было задачи сделать из каждого из вас журналиста. У нас, наверное, была задача гораздо более сложная – сделать из вас человека, сделать из вас гражданина, сделать из вас мыслящую личность. А насчет будущего, ну, сегодня утром к нам в школу зашла наша выпускница Тоня Марьина, журналист телеканала «Гол.ТВ». А еще две наши выпускницы сейчас являются студентами факультета журналистики Запорожского национального университета. Да, может быть, не все вы пойдете по этой стезе, но хотя бы в медиапространстве вы будете ориентироваться, наверное, гораздо лучше, чем мы. И никто не знает, кем он станет в будущем сегодня. А если знает, честь вам и хвала. Но верьте мне, вы действительно уникальны. И на последнем, как это называлось, молодежном акценте, да, Елена Викторовна, когда хвастались своими газетами города Украины, все они очень быстро замолкали, когда слышали, что мы выпускаем не одну газету на школу, этим сейчас никого не удивишь, что у нас практически каждый класс выпускает газету. Кто-то ежемесячно, кто-то ежеквартально. Но это реально маленькая газета класса, в которой освещается вся его жизнь, и класса, и школы. Поверьте, такого в Украине нигде нет. Поэтому вы действительно настоящие медиалидеры. И не обязательно пускать глаза, наоборот, выше голову. Наш гость сразу заметил, какие сидят умные дети. Я еще хочу сказать, что не только умные, здесь сидят талантливые дети, которые уже реализуются как личность. Я желаю вам такими и оставаться. Спасибо.